В суботу на ТВ Рус. Тайный союз меча и орала. Боже. Впрочем, вы можете уйти. Я, пожалуй, пойду. Но предупреждаю, у нас длинные руки. Тогда я, пожалуй, останусь. Он появлялся в кадре всего лишь на несколько минут. Но этих минут было достаточно, чтобы зритель начинал смеяться. Это нельзя сыграть, это нельзя заменить, это дар Божий. Клоун с грустными глазами и нелепой фигурой. Такая у него была и жизнь. Грустная и нелепая. Для него Таганка и потом вот какие-то роли в кино, это вот было замещение семьи. Для него семья был театр. Ему было позволительно делать то, чего нельзя было делать другим. Что же это такое? Ну ты полегче со своими граблями. Ты кто такой? Ты на голос не бери! Никогда не был замечен как бы ни в каких закулисных делах. Вы знаете, я дошел до такого нервного расстройства, что по ночам кричу благим матом. Он умер за несколько дней до Нового года, когда вся страна в который раз смеялась над незадачливыми героями любимого фильма. А зритель просто не заметил, что одной улыбкой на земле стало меньше. Готлиб Ранинсон. Несмешная жизнь смешного человека. В субботу на ТВ Русь.